До 11-го IQ-балла осталось совсем немного времени, и красноярские студенты вовсю репетируют сальсу и бачату, чтобы на балу блеснуть своим мастерством. Раз, два, три, четыре и пять, шесть. Очень нелегки в сальсе и бачате первые шаги. Для профессиональных хореографов это самая большая за их практику группа и спецзадание – научить интеллектуально талантливых чувствовать латинские танцы. Это действительно будет уникальное, я думаю, даже шоу, поскольку это нестандартно. Это, наверное, немножко не формат бала, но мы своим выступлением, своим присутствием докажем, что это не только красиво, музыкально, но и очень актуально, поскольку сейчас во всем мире и в России, в том числе, тенденция вот подобные направления, социальные танцы латиноамериканские. Организаторы самого большого и яркого молодежного события впервые вели постановочный танец. К нему отнеслись сальсу и бачату. Устроители праздника уверены, один раз научившись танцевать, больше не разучишься. Эти навыки они смогут применить даже на дискотеке. Шикарно. Вообще, столько новый заряд эмоций, и все это так в новинку, и так зажигает. Вообще отлично. Нам очень нравится, очень круто, правда, драйв такой, адреналин прям круто. Да, поднимается настроение, и даже вот думаю записаться после IQ-балла сюда. Прекрасно. Я считаю, это очень круто. Да, это восхитительно, это как, не знаю, глоток свежего воздуха, что ли. Народ сам веселый, очень организованный. Нам всем понравилось. Ну, а в дальнейшем поем? Да, нас даже приглашали уже, как бы показываем очень неплохие успехи. Через тернии к бальному паркету. Целый месяц участники штудировали движение по 2 часа 3 раза в день. Результатом довольны. Хотя свою оценку им дадут на IQ-бале зрители.